Всем привет! Сегодня я хочу вам предложить вот такой вот очень нежный, красивый, необычный ажурный узор. Вяжется он очень просто. Используются для вязания лицевые и изнаночные петли. Но узор получается за счет использования определенной техники провязывания вот этих вот петель. С изнаночной стороны он выглядит вот так. И с лицевой он выглядит вот так. И для того, чтобы связать такой узор, нам надо будет набрать количество петель кратное 2. И давайте посмотрим, как он вяжется. Итак, первый ряд мы провяжем полностью лицевыми петлями. По лицевой стороне у нас будет идти лицевые петли. Весь ряд провязываем лицевыми петлями. По изнаночной стороне мы будем провязывать узор. Первую кромочную снимаем. Дальше провязываем 2 петли вместе изнаночной. Провязали и, не снимая, первую петлю провязываем еще раз изнаночной и снимаем. То есть у нас из 2 петель образовалось также 2 петли. 2 петли вместе провязываем изнаночной и, не снимая, первую петлю провязываем еще раз изнаночной и вяжем до конца ряда. 2 петли вместе и еще раз первую петлю. И опять 2 петли вместе и первую петлю изнаночной. И вяжем до конца ряда. Следующий ряд 5 провязываем лицевыми петлями. Следующий ряд, чтобы у нас рисунок маленечко вот смещался по диагонали, первую петлю кромочную мы снимаем и дальше одну петлю провязываем изнаночной и дальше опять повторяем 2 петли вместе изнаночной и, не снимая, первую петлю еще раз провязываем изнаночной и вяжем до конца ряда. 2 петли вместе изнаночной и первую еще раз изнаночной. Две петли вместе изнаночной, не снимая, провязываем первую петлю, еще раз провязываем изнаночной и вяжем до конца ряда. И у нас получается вот такой вот красивый, нежный, ажурный узор. Если вам понравился этот узор, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. И всем пока, до встречи в следующем видео.